Хочешь новую игру? Заходи на chipcase.ru. Крутани рулетку и гарантированно выиграй ключ от любимой игры. Всего за 69 рублей начни играть в GTA 5 и множество других игр. Нет денег на игру? Приглашай друзей и получай игры абсолютно бесплатно. Не упускай свой шанс. Заходи и получай игры на chipcase.ru. Всем привет, ребят, с вами Лего. Ну что, мы продолжаем играть в Рустецкий на сервере Rust Club 3 соло. Заходите, кто хочет поиграть в соло, кто хочет показать свой скилл, кто хочет, в общем-то, показать, на что он способен именно лицом к лицу с врагом. Есть здесь уникальная система достижений, о которой я расскажу чуть позже или на стриме, потому что я все пытаюсь об этом рассказать на ролике, появляются какие-то люди, и мне как бы не дают это до конца сделать. Сейчас я хочу подрубить дерево для того, чтобы сделать такую кибитку для рейда. Кстати, Remove Home 3 я убираю с предыдущего рейда. Кто помнит, кто видел, там была полная жесть. Похиляюсь и сейчас, в общем-то, пойду собирать ресурсы. Что это за говнище вот это вот? Ох ты ж, ё! Там кто-то что-то строит. И чё, куда он? Подожди, а куда он строился-то? Я что-то понять не могу. Ну как так? Давай вместе жить. Давай вместе жить на соло-сервере? Вместе развиваться на соло-сервере? Как? Развиваться на соло-сервере. Да-да-да, сейчас, братиш. Вот это вот... Ох ты ж, ё-моё. Подфартило-то как, а? Ох, через очко пролетел. Да как же так? Ну-ка. Еще один выстрел. Да что ж он такой везучий-то? Ну, чувак. Что такое-то? Давай. Ай, блин, практически попало. Че у тебя там хоть было-то? Трубы это всегда нужно забирать. Слышали его упивающий голос? Чувак, пожалуйста, давай вместе развиваться. Короче, мне нужно сейчас построить дом, кибитку, возле другого дома, которого я бы хотел бы зарейдить. Так, подожди, а мы вообще где бегаем-то? Мне нужно понять, куда мне идти. Мне нужно идти вот сюда. Он находится в пустыне, в песках. Дом вышка. Блин, я уже старвинг, пить хочу. Лошадку... А подожди, мы можем просто на изи лошадку убить. Она прям возле нас стоит. Вот это я понимаю. Убиваем лошадку и идем дальше. Строим кибитку и взрываем домик. Ребят, напишите, пожалуйста, что по микрофону. Некоторые люди говорят, что меня плохо слышно, что ли. Я просто подумал, может быть, микрофон сбился. Скажите, пожалуйста, хорошо ли вы меня слышите? Ничего не нужно менять или что-то? Или просто микрофон нужно убавить? Или наоборот, прибавить? Я могу громче вот так говорить, но так, наверное, слишком громко. А вот так я говорю обычным голосом, поэтому я думаю, что так будет намного лучше. Сейчас нам нужно найти дом, который я захотел зарейдить. Дом вышка, а вот она, вот эта вышка. Сейчас я насобираю дрова и пойду по тихой грусти пристраиваться. Даже не пристраиваться, а рядом, в общем-то, жить вместе с этим чуваком. Но та пристройка меня просто вообще убила. Пацан слишком далеко строился, на что он рассчитывал. Даже бы если с прыжка и дисконнекта, у него ничего бы не получилось. А когда я ему сломал с двух выстрелов пристройку, он сразу резко начал говорить: чувак, го вместе играть на соло-сервере. Просто окей. А у меня по пище что-то плохо, да? Ох, а как я так пошел-то, ё-моё. Так, мы сейчас здесь заварим еду. Прям вот, прям... В таком классном месте я решил это делать. Быстренько нарубим дров. Так, у меня 4000 и 4000. Все, этого будет, наверное, предостаточно. Хотя 1000 уйдет еще и на шкафчик. И потом мы пойдем бахать. Где там этот, в общем-то, самолет-то? Хорошо, отлично. Пошло дело. Уголь уходит. Еда. Опаньки. Быстрее в ту сторону, где были взрывы. Быстрее. Так, мы уже наелись. Где-то вот там есть взрывы.
Нет, вот где-то вот там. Мне почему-то кажется, что эти взрывы где-то на горе, что ли. Ну-ка, тихо. Ну, взорви. Так, вот тут чуть левее. Короче, за домом и вот в этом направлении идут взрывы. А, прогремело 3 взрыва, 4. Это бобовки. Подождите, здесь на этом сервере все стреляют бобовками. Давай, еще взрывай. Ох, уже близко. Уже очень близко. 5 шприцев у нас есть. Мы можем сделать себе побольше шприцев на самом-то деле, но у нас не будет хватать ткани. Смотри, какой классный пацан, он мне дал листовой металл. Вы, ребят, знаете, для чего нужен листовой металл? Кто знает, напишите в комментарии хэштег и это слово, для чего нужен листовой металл. И напишите, кто поставил этот колокольчик, кто подписан на мой канал, а кто нет. И реально помогает ли эта функция с колокольчиком. Ну что, давай, взорви еще. Где? Тут куча домов, я не знаю, какой выбрать. И где из них... О-о-о, там кто-то бегает. Хорошо. Взрывать еще будем? Взрывать... Я думал, здесь спичка работает, уже обрадовался. А мне опять показалось. Ну, взрывай давай. Взрывай, пацан, взрывай. Что-то не взрывает, поэтому я не вижу, где. Где, куда бежать-то? У меня есть калаш. У рейдера есть, наверное, Томпсон. Или, наверное, ну, как минимум, Томпсон, СМГ, берданка, как максимум, калаш. Поэтому на ближних расстояниях нету смысла вообще ловить. А вот на дальних расстояниях, в принципе, можно. Ну, так, это бомжик какой-то бежит. Нафига мне нужен бомжик? Так, тут что? Какая-то дверь непонятная. И что? Вот там вообще-то взрывы. Что ли? Это вообще какие-то бомжи куда-то бегут, непонятно. Так, они будут друг друга убивать или нет? Ну-ка, опа-на. Один забежал туда. Другой его не пустил. Он типа ему открой дверь, да? Я что-то не понял, почему... Нормально. Да хорош ты, блин, попадать ты в меня. Что он там делает? Ремонтирует что-то? Подожди, кто кого взрывал? Это вообще здесь было или нет? Я не понимаю. Я просто не понимаю. Сейчас шприцом надо добахать, наверное. А можно грибы поесть? Грибы доедаем и идем, наверное, дальше, что ли? Так, пока я никого не вижу. Куда идти-то? Я вообще потерялся. Где взрывы? Взрывов больше нет. Я стою на камне. На камне тоже ни хрена нету. Ну взорвите еще разочек, пожалуйста. Просто еще разочек надо взорвать. Либо вот эти бомжи развлекались, какой-то соседний дом. Но с луками это тоже как-то странно. Либо где-то дальше. Я вообще-то шел кибитку делать, и у меня уже опять... Припотеешь сколько ресурсов. Кабанчик здесь ходит. Жирочек на халяву. Стоять, жирочек. Может быть, этих молодых бахнуть? Но я хотел большой дом, серьезный. И все-таки я там не написал хом, когда пробегал, а убежал сюда. Походу, делая эти малые с луками взрывали, и вот то, что я забрал, они забрали с мини-дома, что ли? Ну, 100% не вот этот дом бахали, потому что соло бахать такой дом... Я считаю, это просто какое-то сумасшествие, что ли. Печка кочевряжет. Подожди, это дом или это печка? Охренеть, у типа здесь... А, вот какие-то подсады. О-о-о-о. Интересно, он сдох или нет? Блять, вот где, оказывается, что было. Вот, оказывается, где что было. И, по-моему, он сдох, да? Ёб твою за ногу. Ты сдох там? Типок. Так, вот здесь вот бахали. И он поставил шкаф. Все понял. И, блин, доломал лестницу. Мышка у меня улетает. Сейчас я поставлю. Мышка улетает, короче, провод, я имею в виду, вниз скатывается и неудобно играть. Я его убил, интересно, или нет? Он успел вроде скатиться. У него было мало хп, я ему попал под конец. Так.
То есть, получается, он пробахал эту штуку. А дальше что, куда, кого? Дальше хотел попасть туда. Здесь никого нету. Здесь никого нету. Почему вот эта какая-то печка здесь канифолит? Он здесь куда-то запрыгивал. Короче, все очень... Опа-на. Подожди, это я куда бегу? Тихо, кто-то есть дома даже. Кто-то есть дома. А сюда можно в печку запрыгнуть? Я, наверное, это зря сделал. Какая-то ловушка, да? Нет, фух. Уходим. Он будет, типа, идти побер... Он сломал... Не ломай. Пожалуйста, не ломай. Фух, меня аж залагало. Вот это я понимаю. Кастрюлю мне свою отдай. Так, 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 так. А потом я как оттуда уеду. А потом как я оттуда уеду, либо я теряю калаш... Понял. Теперь мне еще и с крыши не дают зайти. Короче, я пошел отсюда. Я просто все увезу домой и пойду рейдить вышку. Нахрен вы мне вообще не вперлись. Хорошо? Либо просто можно, знаете, что сделать? Либо можно вот здесь вот сделать такую штуку. Set Home 4. Home 1 на Home 4 прилетаем. И забираем это все, если успеем, конечно. Быстрее это надо все сделать, быстрее. Улетаю опять в кибитку. О, здесь кто-то что-то строит, там без палева. Так, сейчас сюда закину. Отсюда мне надо перевести ресурсы. Это я все сделал, это я все сделал, это я все сделал. Я еще отсюда ресы даже не перевез, офигеть. Быстрее вот так вот просто сделаем. И посмотрим, что там есть. Вот так вот берем. Home 4. Или что у нас там было? Home 5. Это так, и поехали. Home 4, по-моему. Ну там, наверное, уже мне не дадут забраться. Потому что если что-то там с крыши кроет, мне кажется, какой-то фиг неплохой. Какой-то неплохой фиг. Давай уже, что так долго-то? Все уже, да? Блин. Он перепрыгнул, сейчас за собой снесет это... Там, походу, все сишки были. Он забрал, успел, да? Ну-ка, что он там держит-то хоть? Зачем он туда шел так? Грациозно. Все, 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 я понял. Я улетаю... Это как... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну все, иду делать кибитку и взрываем дом. А вот и наша кибиточка. И прямо из нее я буду стрелять. Вот прямо вот в эти двери. На самом деле я выпущу одну ракету и подойду, поставлю одну бомжовку. Так, быстрее идем. Ой-ой-ой, мы здесь набедокурили сейчас. Мы сейчас здесь набедокурили. Можно было бы взять мини-бомбовочку, но нету времени, потому что здесь начинается сейчас полный кипиш. Я делаю взрывы, детка, быстрее, что у нас там. Здесь никого сейчас нету. Что у нас тут? Опаньки. Опаньки. Пошло дело. Так, быстренько вот это вот относим. Быстрее относим. Я здесь сделал вот такие вот две лутовые. Блин, надо было, наверное, потом это все уносить. Это все сюда, это все сюда. Патронов вот сюда сделаем, это вот сюда, вот так вот. Все, едем дальше. И погнали. Вроде никого нету, проходим дальше. Так, что здесь дальше-то? Опа, на двери что-то как-то открыто-закрыто, непонятно. Куда мы идем дальше? В чем прикол? В чем прикол этих дверей? Ну что, дальше-то добьем так же? Ну давай.
Блин. Что-то я немного понять не могу. Какие на... Вот, начинается. Он мне прям куда-то вписал с шотгана. Так, неплохо. Так. Перевязываемся. Я так понимаю, вот эти двери открыты, что-то закрыты. Что-то не пускают, кого-то пускают. Раз. Два. Три. Четыре. Так, мы здесь... Надо покушать нам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока вроде все нормально. Ну что, ушатали дверь? Ушатали дверь. А что тут дальше? А дальше хрен поймет. Двойное убийство. Что-то я так думаю, мы здесь сейчас никуда не пройдем. Как я понимаю. Тут все на этом и закончится. Рейд вот на этом закончился, потому что я туда сейчас не пойду. А шкаф искать, я его хрен найду. Так. Конечно же, забираем. Это... О, он с этим был? С ганом, что ли? Охренеть. Как мне дальше-то идти? Походу, дело на этом все. Не зря я ракеты тратил. Мне осталось 4 ракеты, раздолбинить что-то одно. Так, вот это отдаем. Нет, это оставляем. Это отдаем. Это отдаем, это отдаем. Вот это пока сюда. Это пока сюда. Сейчас все сюда придут. Все, кому не лень, сюда сейчас придут. Какой-то хитрожуковский дом. Я просто не знаю, куда дальше-то бить. И стоит ли вообще дальше куда-то бить. Сейчас посмотрим. Видите, какой хитрый дом? Очень хитрый. Туда мы никуда не попадаем, здесь мы никуда не попадаем. Так, а если обойдем дом? Если обойдем, то... Подожди, дверь какая-то. Куда я пошел? Что за хрень? Что за хрень? Это куда? Подожди-ка. Подожди-ка. С какого хера здесь двери открыты? Так, там какая-то дверь. Вот сюда дверь. Сюда дверь, и здесь еще спальник. Так, 4 бобовки возьмем, что ли? 4 бобовки возьмем. А вот сюда мы куда попадем? Какой-то люк и еще куда-то наверх. Или это ловушка какая-то? О-о-о, понеслось. Короче, можно взять 4 бобовки, пока двери открыты. Или утонуть вот сюда, где дверь открыта. Но там кто-то, сука, стреляет. Мне вот это не нравится. Сейчас надо, чтобы ночь быстрее пропустилась. Так, поехали. Что, с собой забираем все ракеты и уходим? Или будем ждать до последнего? Здесь вот труп, блин, мешается, а. Я что, ракеты забыл убрать? Ё-моё. Вон там чуваки ходят. Так. Ракеты я положил. Можно сразу, конечно, туда забарагозить, попробовать. Можно попробовать этих бивней отстрелять. Вы видите, там что-то идет. Ну, какая-то война идет, супер лютая. Че, выходим? 78 патронов? 78, мать его, патронов. Воу. Здесь никого нету. Так, этот меня увидел, нет? Этот меня не увидел, один вон там сидит. Все, сидим, ждем. Сука, они как мухи. Как? Это по мне? Я за колесами сижу. Ушатало его, нет? Блять, он живой, да? Нет, он мертвый. О! Блять, откуда прилетело? Ну еще в топовой броне. А кого он там убивал? Шприца я заберу, пожалуй. Сандер тут бегает.
Ё-моё. Стенки у него. Так, это так. Это вот так. А где мой дом? Уходим в свой дом. Быстрее. Я чувствую, здесь будет сейчас очень весело. Откуда стреляет ты, ёперный театр? С окна, что ли, грузит? Походу, с окна. Так. А здесь меня тарабахать будут или нет? Если меня здесь будут тарабахать, мне хана. Поехали. Вот еще одна партия приехала ресурсов. Это сюда. Это сюда. Это слишком много мне. Потом что? Вот это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда. Дальше там понеслась какая-то движка. Это сюда, это сюда. Это мне не надо. Так. Так, 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 так. Это сюда, вот это не надо, вот это не надо. Ну что, дальше пытаемся. Я тогда сейчас буду спокойненько, спокойненько делать вот как-то такие выходы. А что не закрывается дверь? Где там? Кто там? Чё там? Там пулемет какой-то наяривал. Я не понимаю, что за... Опа-на. Подожди. Чё, он улетел? Я чё-то не понял. Вон там труп какой-то валяется, да? Или это облутанный? Вот это вот, что за трупак? Завод Эдейли, просто день начался, и я что, не видел труп прямо перед собой? Вот же труп, в броне прямо. Лежит. А чё броня не прорисовалась? Эй, броня, а? Вот эту выкинем, она уже полусломанная. И обратно. И обратно, ребят. Фух, понятненько. Короче, там был заход, туда можно быстро идти и взрывать, как я понимаю. Да-да-да-да, конечно. Конечно. Сколько мы возьмем? Возьмем сишки тогда тупо. Не хочу сейчас все это тратить. Так, возьмем сколько? 3 сишки? Так, 3 сишки, да? Сколько там было? Ну давай 4 возьмем. Была не была, как говорится. Это сюда. Это не надо. Вот там как раз кто-то взрывает. Сейчас надо сходить еще раз. Опа-на, по кому-то попало. Его убило? Нет. Нет, его не убило. Тихо ты. Хватит здесь ходить. Этот долбанный Ксандр просто во всех сериях мне мозг парит. Скажите, кто это такой? Ксандр, хорош, а? Меня хейтить. Ты достал уже везде появляться. Просто достал. Вообще везде приходит. Просто везде приходит. Сколько можно-то уже? Так, это сюда, это разрядить. Хотя бы 37 оставим. Это сюда. Куда я выложил сишки-то? Сишки 4 забираем. Ничего, есть? Нет кто-нибудь? Так. Ё-моё. Да ё-моё, я с сишками. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас мне с болта как зарядят. Чё у тебя тут? Ладно, пригодится. Пригодится, как говорится. Да достали вы соблазнять меня со своими говнолутами. Это выкидываем. Это сюда. Это сюда. Так, а что у нас еще осталось? У нас еще бомжовки есть 11 штук. Или бомжовки взять? Давай еще 11 бомжовок возьмем. И точно едем. Все, поехали. Просто забегаем. Обалдеть. Ну да, конечно. Это сюда. И вот мне не понравилось. Подожди, вот здесь еще какие-то ящики. К сожалению, пусто. Вот тут я не разобрался, что за хренотень. Ай, ай. Если бы еще ну, попробовать забраться бы. Вот открыто, да, вниз куда-то идет. И вот здесь какой-то спальник. И вот тут что-то.
Так, ну что, кидаем? Была, не была? Подожди, а нам сейчас не сломает эти, как его? Лестницы. Обидно будет. Ого-го. Ого-го. А лестницы-то сломаны? Одна лестница сломана, самая нижняя. Чувак какой-то спит, и здесь просто... И что это такое? Опа-на. Хорошо. Здесь что? Здесь можем зажечь. Пусто. Подожди, зарейдили, что ли? Там мяско падает. Мясо забираем. Я хочу писать. Я хочу писать. Подожди. Так, металл есть. Хорошо. Ну, хватит все это разнести в пух и в прах здесь. О-о-о! 5000 серы, это хорошо. Это тоже отлично. Ну, короче, такое. Я бы не сказал, что прям крутое. Сюда никто не подымется уже больше. И если я один раз спущусь, то хана. Какие-то выходы, входы. Ну, типок здесь лежит не зря. Че, бахаем? Так. Подожди, это закрыто стеной, это закрыто, наверх никуда ничего нельзя, ни вниз, ни наверх. Ну давай, закидываем. А как мне спускаться тогда отсюда? Как мне отсюда спускаться, если там кто-то будет? Захерачило кого-то. Пошло дело, еда. Так, еда, что тут, броня, оружие... понял. Здесь пока ничего нету. Сюда пока соскладируем еду. Бронежилет я забрал. Ну тогда следующую сюда ставим. Так, это здесь еда, это здесь еда. Здесь какая-то броня стрёмная. Главное, чтобы меня не вынесло здесь. Отлично. Опани. Блин, пусто. Пусто. Вот это вот что за выход вниз, и вот это вот что за говно. И как мы отсюда улетим? По-моему, здесь можно улетать. Сейчас мы это и проверим. Так, последнее сишку клеим. И с сишками все покончено. Она меня не заденет, надеюсь? Надеюсь, не заденет. Отлично. Что здесь? Да блин, нажимайся. Кирки. Здесь мясо. Опа-на, подожди. Так, забираем вот это. Серу забираем. Это забираем. Камень забираем. Калашик забираем обязательно. Болтовку обязательно забираем. Так, броню вот это забираем. У нас уже 3 брони. Мясо в аккаунт сюда. И что у нас здесь? Пошло дело. Микросхему забираем. Камеру тоже как-то надо забрать. Так, здесь у нас... Здесь у нас что? Нихера я не окупился, получается, да? Здесь ничего нету, здесь ничего... Ух ты, сука! Блядь! Не окупился! Ебать! Так, подождите, пацаны, у меня паника. Ко мне точно не залезут? Да ну нахер, просто не окупился! А как я так прошляпил этот сундук-то? Я уже расстроился. Так, подожди. Надо собраться с мыслями. Как мне все это увозить? Как просто? Вот это сожрать. Это ладно. Это мы съели. Куча супер топовой брони. Хорошо. Пружины, ладно. Это не надо. Так. А, металл пока сюда сложим. Это тоже пока не надо. Я что, с одной обоймой пойду, что ли? Как сумасшедший тигр? Аптечки тоже не надо. Так, куда это все складировал? Вот это тоже не надо. Все, поехали. Вот, допустим, вот так вот я делаю, да? О, здесь уже кто-то стреляет. И мне придется здесь сидеть, я думаю, где-то... Ну, долго придется сидеть, ребят. Знаете почему? А потому что мне нужно будет спрыгивать как-то вниз. Так, подождите, надо понять все. Вот, поехали. Так, забираем вот это. Сейчас, короче, все ресурсы застакаем. Что такое? Там пацаки... Там пацаки ходят. Я слышал их. Они ходят тупо по дому.
Так. Охереть бомжовок. Лол. Такое ощущение, что я вот здесь вот видел его башку. Ну давай, уходите отсюда, пожалуйста. Нету здесь лута. О, попало по одному. Нету здесь лута. Или мне показалось, что здесь голова сверкнула. Так. Пожрать есть. Зря я топнул. Ох, по одному еще попало. Они так и будут сидеть. И мне придется сидеть. Не только, только багом сюда можно запрыгнуть. Дисконнект, прыжок. Так. Я не буду выходить. Я просто не буду выходить. Я буду сидеть, ждать до последнего. Так, патроны взял. Тут броня стала. Охереть, подожди. 40, 61 бобовка. 3000, 14 тысяч серы, ну это ладно. Так, вот этот листовые металлы всякие можно не брать. Потому что лучше я броню возьму за место вот этого. 35 труб, понятно. Чисто вот бошки можно набрать. Вместо листового металла одну готовую, да? Ух ты ж, сидят. Блядь, здесь два ноутбука, одна камера. Можно спокойно сделать этот пулемет. Но здесь патронов много. Тюрельку я имею в виду. Я думаю, что я сейчас... Так, калаши я взял, это я взял. Не знаю, знают ли нет, что я тут или нет. Вот что плохо. Короче, я выключаюсь. Я сижу, жду где-то минут, наверное, 5. Вообще двигаться не буду. Типа меня здесь нету. Здесь можно вообще весь дом разворотить дальше. Вниз вот здесь я другое место прорубить. Но как бы знает ли то, что я здесь остался или нет. Вот в чем вопрос. И там херачат. Что вот делать? Что мне делать? Подожди, а... Там он стреляется, я слышу. Или прямо сейчас рискнуть на запись. Типа, не сдаемся. Тогда вот этот калашик сюда. Это сюда. Так, котлован одет. Я, конечно, мог бы пойти в тяжелой броне, но... Что такое? Что-то выпало. Тут эти разрывные, что ли? Нет, разрывные не надо, мы лучше что-нибудь возьмем. Броня это круто, но еще круче взять, конечно, вот это. И, ну ладно, вместо вот этого я возьму вот это. Хотя вместо вот этого я возьму вот это. Уголь надо. И, в принципе, все, мы готовы. Я так беспалевно там мешок кинул. Ну что, без аптечек, что ли? Либо можно, знаете, что намутить? Либо можно просто переодеться в мега батю. Только либо как-то так. Просто идти очень долго и нудно, но дойти. Ну что, готовы, ребят? Поехали. Ух ты ж, ё. Пошла же. А, вот он подпрыгивал как. Поехала. Опс. Тихо. Как же я долго бегу. Я лучше в приседе пойду. Я лучше, мать его, пойду в приседе. Я лучше пойду в приседе. В приседе тоже херово ходить. Все, побежали. Вас что, нету нигде, что ли? Вас что, нету? Ай, блядь, быстрее. Быстрее, топ броня, быстрее. Ух ты ж, давай, закрывай. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Я дошел, они думали, что я ушел, а я-то нихера не ушел. А я не ушел. Лут закрываем. Можно, конечно, багом туда залететь. Прыжок, пробел через дисконнект. Так. Это сюда. И дозабирать, что ли, все? Офигеть, мне уже не хватает здесь. Фрагменты металла, вот так. Вообще не ожидал, что тут так люто будет. Это вот сюда. Просто все сюда перевести. Но это вообще жирно будет, конечно. Ну что, ребят, с вами был Лего.
Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока-пока.